circles running round. Break down, chase the light. We're all in, but on the go. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля, и это влог из Стамбула. Мы с мужем и компанией решили съездить в этот город, посмотреть, что как, и заодно отпраздновать день рождения брата мужа. Мы с мужем, как всегда, по традиции сидим в лаунже, ожидаем нашего вылета. Летим мы компанией из 6 человек, но конкретно я и муж вылетаем на день раньше, потому что когда у вас 6 человек, очень сложно подобрать один вылет, который устраивал бы абсолютно всех, потому что кто-то работает, у кого-то учеба, и, в общем, одни мы с мужем были свободны, и поэтому мы летим на день раньше. Были очень удачные билеты, и мы их с мужем себе сразу же и забронировали. В общем, если вам интересен этот влог, если вам интересно прогуляться по Стамбулу, покушать вместе с нами вкусной, интересной местной еды, то оставайтесь вместе со мной и поехали. Как всегда, по традиции показываю вам лаунж. Он очень красивый. К сожалению, уже не помню, в каком это аэропорту было и как он называется, но нам безумно понравилось здесь проводить время до отлета. Было вкусно, было приятно и удобно. Спустя 5 часов мы наконец-то добрались до нашей виллы. И виллой, конечно, это назвать сложно. Но чисто номинально это, конечно, вилла, рассчитанная на 8 человек. Вилла трехэтажная, но как она выглядит по факту, оцените самостоятельно. Далее второй этаж. На второй этаж ведет лестница. Лестница довольно суровая, даже молодым коленям сложновато идти по этой лестнице. И на втором этаже располагаются две комнаты. Комната справа – это наша с мужем комната. Она довольно просторная, светлая, в ней немножечко срач, я извиняюсь, мы там уже свои вещи побросали, но это реально отличная комната. Единственное, что нам вообще понравилось. Вторая комната, честно говоря, уже не очень, потому что она довольно темная, там очень много мебели, и стены такое ощущение, что надвигаются на тебя. Как минимум, вот эта кровать, вписанная в стены, это просто ужасно. Дальше еще веселее. На третьем этаже располагается комната прямо сразу после лестницы. И в этой комнатушке есть еще окно в другую спальню, в другую комнату. Это просто ужасно. Девочка, которая здесь спала, чувствовала себя, конечно, максимально некомфортно, потому что мимо нее постоянно кто-то ходил. И последняя комната, самая большая, королевская. Она тоже просторная, светлая, классная, но уж очень, конечно, долго до нее подниматься. Так как мы приехали на день раньше, мы решили время зря не терять, погулять по городу, разузнать, что есть в пешей доступности от нашей виллы, ну и, конечно же, покушать. Еды в Стамбуле очень много, она стоит абсолютно недорого и порции очень щедрые. Не переживайте, потом я вам покажу еще местную еду, где что стоит попробовать, если вы приехали в Стамбул. В этот же день мы решили пройтись по основным достопримечательностям, потому что наша компания уже была в Стамбуле, и им, скорее всего, будет не очень интересно ходить в те места, где они уже были. Поэтому у нас с мужем был примерно один день на то, чтобы обойти все то, что мы хотели посмотреть. В первую очередь мы, конечно же, хотели пройтись по улочкам, посмотреть на мечети и, конечно же, зайти на Гранд Базар, где нас, кстати, облапошили, о чем я вам потом, конечно же, расскажу. Главная достопримечательность города – это, конечно же, котики. Котики здесь абсолютно везде, котики чувствуют себя здесь как короли, и им абсолютно везде разложена еда, мисочки с водой, и мы не раз видели, как местные жители выносят эти самые мисочки с водой, выносят еду специально для уличных котиков. И это, честно говоря, очень радует, потому что я искренне верю, что отношение к животным показывает, что у человека находится внутри.
Погуляв немного по городу и насладившись солнечными лучами, мы добрели до Гранд-Базара. Вообще-то в нашем плане в основном были мечети. Но раз уж мы оказались около Гранд-Базара, а так уж сложилось, что он был недалеко от нашей виллы, мы решили зайти. И это на самом деле очень большая ошибка туриста. Не совершайте ее, на Гранд-Базар нужно идти не в первый день вашего путешествия, а в последний. И сейчас объясню почему. Самая главная причина – это, конечно же, то, что вы, уже нагулявшись по городу, будете примерно понимать стоимость товаров. На Гранд-Базаре, как и во многих других туристических местах Турции, нет цен. И, соответственно, чтобы узнать стоимость товара, вам нужно обратиться к продавцу, и он уже, исходя из каких-то своих соображений, назначит вам стоимость. И эта стоимость может быть завышена в десяток раз, а то и больше. Здесь любят облапошить туриста, поэтому нужно обязательно перед походом сюда примерно понимать порядок цен и, конечно же, торговаться. В каждом магазине вас, кстати, угостят чем-нибудь вкусненьким, например, чаем, вкусняшечкой. Это очень приятно, здесь действительно все очень вкусно, но это, естественно, делается не просто так, а чтобы вам что-то понравилось и вы приобрели. И также, кстати, замечу, что на Гранд-Базаре очень много людей, и также продавцы, ну, очень, на мой взгляд, агрессивные. У меня было постоянное ощущение, что если я остановлюсь около какой-нибудь витрины, буквально на одну секундочку меня тут же зазывало, схватят, затащат в магазин и будут мне предлагать свои товары, их, и от них не отвяжешься. Очень агрессивная такая манера продажи, я бы сказала, и лично мне, как девушке, наверное, одной ходить по Гранд-Базару было бы крайне некомфортно. Что поесть? Ну, во-первых, стоит попробовать кукурузу. Она здесь в двух видах продается, вареная и жареная. И, конечно же, стоит попробовать жареные каштаны, они здесь безумно-безумно вкусные. Следующее, что стоит попробовать, это местные бублики, они называются семиты. Они сделаны из несладкого теста и покрыты кунжутом. Можно взять просто бублик, мы же взяли две другие вариации. Один бублик у нас был с крем-чизом и второй набитый нутеллой. И последнее, самое популярное, что здесь встречается, это, конечно же, турецкое мороженое. Оно не холодное, в этом весь его прикол. И второй прикол, это скорее даже то, как вам подают это мороженое. Продавцы устраивают целый перформанс, как-то играют с вами, какое-то представление идет, постоянно делают вид, что вы мороженое уронили или что-то в этом роде. Стоишь, в общем, как дурак и пытаешься получить свое мороженое. Но это весело. Что точно стоит посетить в Стамбуле, так это мечети. И давайте сейчас я вас проведу по некоторым из них. Эта мечеть была первой на нашем пути, потому что она располагается ближе всего к нашим местам обитания, а именно к нашей вилле. Эта мечеть не находится в топе главных достопримечательностей города. Ее не часто советуют к посещению, но так как мы жили рядом, мы решили в нее зайти, и лично мне на самом деле она очень понравилась. Да, это не столь большое величественное сооружение, как последующие мечети, что я вам сейчас покажу, но она мне понравилась в том числе своими вот этими подтеками, своим ощущением старины. Она такая, как маленькая, домашняя, но очень атмосферная. Следующая мечеть в нашем списке – это мечеть Сулеймания. Ее также называют «жемчужиной Стамбула». На мой взгляд, это самая красивая мечеть в городе. Она считается второй по значению мечетью в Стамбуле и первой по размеру. Она находится на вершине холма, и с нее открывается красивый вид на весь город. Эта мечеть, кстати, также входит в перечень объектов ЮНЕСКО. И здесь же стоят гробницы, в которых лежит султан Сулейман, который построил эту мечеть, и его жена Хюрем.
Когда мы сюда только поднимались, мы даже не представляли, какое зрелище нам откроется. А по итогу именно эта мечеть оставила больше всего впечатлений. Именно около нее хотелось больше всего ходить и просто сидеть, долюбоваться видом. От нее действительно оторваться просто невозможно, она притягивает все возможные взгляды. И вот так она, кстати, выглядит с другой стороны. Она такая большая, что буквально не влезает мне в камеру. Даже когда я отошла к самому краю этого комплекса на максимальное расстояние, я все равно не смогла снять ее полностью. И далее мы зашли во внутренний дворик, он, конечно, оказался тоже не менее интересным, вот, казалось бы, внутренний двор, но что там может быть интересного? Я человек максимально далекий от архитектуры, мне это не интересно, но даже я впечатлилась, это действительно очень и очень красиво. И также мы решили зайти, собственно, внутрь. И чтобы зайти внутрь, нужно, конечно же, соблюдать некие правила, а именно обязательно нужно разуться. И для женщин нужно обязательно покрыть голову платочком или же шарфиком. Внутри первое, что бросается, это, во-первых, персидский красный ковер, все вокруг красное и множество света. Действительно, внутри такое большое здание, кажется, что будет темным-темно, но на самом деле света внутри очень много. Убранство внутреннее любопытное, но, наверное, о нем подробнее расскажут вам лучше путеводители, а не я. На голубую мечеть нам толком не удалось полюбоваться, потому что тут велись работы, но она все еще была открыта для посещения в определенные часы. Мы, к сожалению, в эти часы не смогли попасть, так что внутрь мы тоже и не зашли. Прямо напротив голубой мечети располагается собор Святой Софии, он же мечеть Айя София. Эта мечеть – это символ Золотого века Византии, и она включена в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. У нее богатая история, и она даже всем своим видом действительно говорит о своей истории. Очень эта мечеть нам понравилась, безумно она красивая, она одним лишь своим видом как будто бы возвращает себя на века назад в Константинополь и в Византию. Попасть внутрь мы, к сожалению, не смогли, потому что на входе огромнейшие очереди, в которых нам не хотелось, честно говоря, стоять. А вот площадь перед собором Святой Софии называется Султан-Ахмед, и это некое подобие нашей Красной площади в Москве. Это некое знаковое место, куда приезжают как местные жители, так и туристы, чтобы здесь погулять и провести время. Прямо за собором Святой Софии находится парк Гюльхане. Это большой зеленый парк, где приятно погулять и посидеть на лавочке. Рядом с этим парком располагается дворец Топкапы, и, насколько я понимаю, собственно, весь парк раньше был частью этого дворцового комплекса, но впоследствии его сделали открытым для всех. Мы, к сожалению, в дворец не пошли, но мы прошли насквозь весь этот парк и вышли к проливу Босфор. Этот пролив именно со стороны парка для меня одно из любимых мест. Здесь безумно красивая синяя вода, много рыбаков, котики воруют рыбку, пароходы плавают, чайки летают. В общем, это такое место, где хочется просто постоять и помедитировать, наслаждаясь видом.
пока мы продолжаем с вами прогулку по этому городу, хочу добавить несколько ложек дегтя в эту бочку с медом. Во-первых, в Стамбуле можно неплохо сэкономить на еде. Если вы, так же как и мы, в путешествиях предпочитаете питаться в кафе, а не в фастфудах или же не готовить дома, то в таком случае у вас есть вариант сэкономить деньги. Около каждого кафе стоят меню и нередко еще ходят зазывала. И чем дольше вы стоите около этого меню и сомневаетесь, тем больше вероятность того, что вам предложат скидку. И чем дольше вы сомневаетесь, тем большую скидку вам предложат. Мы уже несколько раз так экономили, да даже не несколько, почти каждый день мы таким образом экономили деньги. Просто стояли, сомневались, идти нам в это кафе или не идти, и зазывало нам предлагал скидку 10, 15, 20, 25%. Я, конечно, понимаю, что они, скорее всего, от этого сильно, ну, не потеряли, потому что цены в туристических местах накручены так, что даже предложив подобную скидку, скорее всего, ресторан от этого все равно выигрывает. И это и есть та самая ложка дегтя, которую я хотела бы добавить, потому что пока мы находились в Стамбуле, мы там были, по-моему, дней 5, мы всегда ощущали, что нас пытаются где-то нагреть и где-то облапошить. В туристических местах цены завышены безумно, и как я уже рассказывала про Гранд Базар, там цены накручены и в 10, если не в 20, и очень сложно туристу, который вообще не знает реальных цен, там купить что-то по адекватной стоимости. В кафе, как я уже сказала, тоже, видимо, накрутки такие, что вам с легкостью могут предложить немаленькую скидку. Когда мы ездили на такси, нас и наших родственников несколько раз пытались облапошить. Они говорят одну сумму, по факту оказывается другая. Например, в Яндекс.Такси у нас та сумма, что ты видишь при заказе такси, это та сумма, которую ты заплатишь. Здесь система другая. Та сумма, что вы увидите в Uber, это примерная цена. А вот когда такси приедет, тогда вам таксист может назначить другую стоимость. И если вам эта стоимость не нравится, то вы же еще и заплатите за отмену такси. Поэтому, скажу честно, очень часто было ощущение, что тебя пытаются где-то нагреть, где-то облапошить, и это у них получается. Я, конечно, понимаю, что Турция — это страна, живущая за счет туристов в данном случае, и подобные, в принципе, города так живут и существуют. Но все равно это очень сильно смазывает впечатление о городе, потому что, с одной стороны, такой красивый город, доброжелательные люди, которые всегда оказывали нам помощь, когда мы ее просили, а с другой стороны, вот эта вот попытка тебя везде нагреть, облапошить, и из-за этого ты как-то, ну, по крайней мере, я не чувствую себя в безопасности. И многие наши знакомые, которые были в Турции, тоже рассказывали истории о том, как их облапошили. А то, что вы видите сейчас на экране, это вторая ложка дегтя, а именно мусор. На некоторых улочках все прекрасно и хорошо, а на некоторых, как вот мы возвращались как-то вечером, просто какое-то безумное количество мусора и грязи, и мы вообще шли и не понимали, где мы идем, почему здесь так грязно, почему это так плохо. И в последний день нашего пребывания в Стамбуле мы решили отправиться в другой район, не тот, в котором мы находились большую часть путешествия. Глобально Стамбул можно разделить на две части. Первая часть — это европейская, в которой мы, в общем-то, и находимся. И также есть азиатская часть. В азиатскую часть мы, к сожалению, не попали, потому что на нее нужно выделить дополнительно, наверное, несколько дней. У нас этого времени не было, а нам очень хотелось посмотреть еще на Галатскую башню и на улицу Истикляль. Поэтому в самый последний день нашего путешествия мы с мужем отправились к бухте Золотой Рог и пересекли ее по Галатскому мосту. Здесь, как видите, везде находятся рыбаки, они ловят какую-то мелкую рыбку, уж не знаю, как она называется и для чего потом ее используют, но здесь действительно очень много людей этим занимаются. Как только мы пересекли
пересекли Голландский мост, здесь началась, кстати, уже более знакомая нам архитектура, более европейская, более простая. Не могу сказать, что она хуже или лучше, просто она немного другая. И после длительного восхождения наверх мы наконец-то добрались до Галатской башни. Около нее безумно много людей, и, честно говоря, мы там надолго не задержались. Но уж очень, конечно, много людей, скучно, и, ну, посмотрели, и, в общем-то, все. Надеюсь, на меня турки сейчас не обидятся. Прямиком от Галатской башни мы направились к улице Истикляль. Истикляль — это одна из самых популярных туристических улиц Стамбула. Здесь расположены многие международные брендовые магазины. Это одежда, аксессуары, кафе, рестораны, разная косметика. В том числе вот есть магазин Sephora, в который я, конечно же, не могла не зайти. Тематика канала все-таки обязывает. В общем, это некая улица наподобие у нас Арбата, чтобы вы понимали, популярная, знаменитая, сюда многие приходят погулять, пошопиться, в общем, такое красивое, знаковое, действительно интересное место. И здесь также, как видите, курсирует исторический трамвай, он действительно очень красивый, прикольный, но мы на нем, к сожалению, не прокатились. Кстати, вот так вот, как эти молодые люди, делать не надо. Ну, в общем, народу много, улица классная, ноги я там натерла просто в хлам, так что, к сожалению, полностью я насладиться этой улочкой не смогла, но если мы еще когда-нибудь приедем в Стамбул, я думаю, мы на эту улицу еще вернемся и дадим ей второй шанс прочувствовать ее уже с новыми эмоциями. И конечной точкой нашего путешествия стала площадь Таксим, на которой располагается 12-метровый монумент под названием «Республика». Он символизирует армию-освободительницу и установление республики. Также на этой площади есть множество магазинов и разных довольно дорогих гостиниц. В общем, площадь открытая, красивая, здесь много воздуха, и это место тоже очень популярно в Стамбуле. Ну что ж, а на этом буду заканчивать свой влог из Стамбула. Очень надеюсь, что он вам понравился. Если это так, то, конечно, не забывайте поставить лайк этому видео. Всем пока-пока!